Это лифтовая. Это большое зеркало. Итак, друзья, мы находимся в ЖК «Эмеральд». Уже на этаже. В коридоре тепло. Местные жители шутят, что квартиру можно отапливать общим теплом. То есть открыл дверь в коридор и становится тепло. На самом деле в комнате тоже тепло. Прямо жарко. То есть вот люди здесь жили, и они говорят, что здесь жарко. Вот. Ну, давайте коридор. Да, проходим в санузел номер 1. Здесь находится стиральная машина, раковина и ванная. Душа нет. Чем отличается ванна от душа? Тем, что в ванной можно принять душ, а в душе ванну принять нельзя. Соответственно, функционала у ванной больше. Мы заходим в кабинет. Я называю его кабинет психоаналитика. Он весь белый. Здесь есть столик. Здесь есть кушеточка для клиента. Здесь есть столик. Вид из окна во двор. Вот вид из окна, от окна обзорный. Такая маленькая квадратненькая комнатка. Мы опять попадаем в коридорчик. Он просторный. Здесь есть зеркало. Это я. А теперь мы попадаем в комнату номер 2. Она зеленая, как и положено быть в комнате в ЖК «Эмеральд». Я напоминаю, что «Эмеральд» – это изумруд. Соответственно, здесь все должно быть зеленым. Ну и немножечко коричневым. Samsung телевизор. Прикроватные тумбы с двух сторон. Классное, офигенное кресло желтенькое. И вид из окна на блистательный Санкт-Петербург. Двор. Здесь спортивная площадка, а здесь больше детская площадка. И вон даже теннисный столик есть. Да. Видите, все такое зеленоватое. ЖК «Эмеральд». Напоминаю. Да, стенное панно. Итак, вид от окна. Вид от окна. Обзорный вид от окна. Спальня большая, скажем так. Опять мы попадаем в коридор. С другого ракурса даем обзор. А это у нас санузел номер 2. Здесь у нас есть маленькая раковина. Видите, даже полотенце здесь зеленого цвета. Вот так вот. А теперь мы попадаем в святая святых, кухню. Ну, здесь вы, как уже догадались, все зеленоватого цвета, с коричневым. Здесь у нас есть второй телевизор, он немножечко поменьше, но он все равно Samsung. Здесь у нас есть холодильник, морозильная камера. Здесь у нас есть подсобное отделение, очень красивая раковина. Вот такой эстетичный, видите? Да, подсветка есть. Чайник красивый, графинчик. СВЧ-печь. Здесь есть духовка. Посудомойка. Посудомойка. Здесь есть вилки-ложки. Сковородки и кастрюльки. Здесь есть посуда, здесь есть дуршлаг, два графинчика под шампанское, с которыми вы будете праздновать новоселье. Это вытяжка, а это сушилка для посуды. Итак, даем обзор от главного места на кухне. От плиты.
Обеденный стол гостеприимный с красивой тыквой. Теперь мы садимся за стол и даем вид обзорной кухни. Обзорный вид кухни. Ну а теперь вишенка на торте. Широкая лоджия с видом во двор на блистательный Санкт-Петербург. Двор все тот же и вид все тот же. Здесь можно посидеть. Лоджия широкая. Здесь можно помедитировать, покайфовать. Курить не нужно. Курение вредит вашему здоровью. Напоминаем. А вот посидеть, кофе попить, это да. Итак, кухня большая. Здесь можно, кстати, положить гостей. Да. Спальня большая. Санузел маленький. Шкафчик, обувница. Шкафчик. Санузел побольше. С ванной. И спальня номер 2, поменьше. Кабинет психоаналитика. Вот так вот, господа. You're welcome in St. Petersburg. Come on, everybody. Даем общий вид двора. Видите, двор ухоженный. Куча снега. То есть снег убирают постоянно. На первых этажах куча кафешек, например, пекарня Боб. Здесь можно выпить кофе. Это подземный гараж, здесь наверняка сдаются места. Вот магнит на первом этаже, кстати.